привет, меня зовут Надя, и сегодня, как вы уже поняли по названию, я буду продолжать рубрику, в которой мы готовим рецепты от шеф-поваров Мишлен. Сегодня я приготовлю очень вкусный летний салат по рецепту повара французского ресторана Хуана Арбелайс. Итак, какие ингредиенты мне понадобятся для этого блюда? Сладкий репчатый лук, который мы замаринуем в смеси винного уксуса и сахара. Соус заливку винегрет мы приготовим из малины, цедры лимона и сока лимона, оливкового масла, соли и укропа. И основные ингредиенты салата это свежий шпинат, укроп, пармезан, малина, грецкий орех, оливковое масло и острый перчик. Итак, начнем приготовление. Самое первое, что мы сделаем, это замаринуем лук. В сотейник или ковшик высыпаем сахар, заливаем винный уксус и немного воды, буквально пару столовых ложек, после чего ставим на огонь нагреваться. Лук разрезаем на 4 части и тонко нарезаем. Нам понадобится только половинка. Маринад помешиваем, чтобы сахар полностью растворился. Как только он закипит, снимаем с огня. В горячий маринад отправляем лук. Перемешиваем и оставляем остывать. А теперь приготовим заливку соус винегрет для нашего салата. Снимаем цедру с лимона, самый тонкий слой. Вот так будет достаточно. Сюда же отправляем малину и хорошенько разминаем вилкой, чтобы получилась вот такая кашица. Накалываем половинку лимона и отжимаем сок. Мелко нарезаем укроп. Отправляем в соус. А теперь добавляем соль и оливковое масло. Хорошо перемешиваем. И добавляем 4 столовые ложки остывшего маринада из-под лука. Он очень сладкий, как сироп. Перемешиваем. Наша заправка для салата готова. Все подготовили. Теперь в большую миску отправляем листья шпината, 4 столовые ложки соуса винегрета. Оставшийся соус оставляем для украшения сверху. Добавляем малину свежую, горсть грецких орехов, лепестки сыра. Вот так будет достаточно. Маринованный лук выкладываем на доску и нарезаем мелким кубиком. Отправляем его в салатник. Лук получился очень сладким, вся резкость ушла. И теперь все наши ингредиенты надо смешать между собой. Готовый салат сервируем в тарелку. Добавляем лепестки сыра. Посыпаем красным перцем. Добавляем веточки укропа. Поливаем оливковым маслом. Добавляем соус. Вот такой шедевр у нас получился. Надеюсь, этот рецепт вам придет по душе, и вы обязательно его попробуете приготовить у себя дома. Если вы это сделаете, то обязательно тоже нас отмечайте в Instagram. Просто представьте, что приготовив его, вы побываете во французском мишленовском ресторане. А на этом я с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита, огромное спасибо за внимание, и всем пока! Just 같은 니.